Ребята, всем привет, с вами Александр, легенды Дракономании, и у нас тут немножко акции привалило. Так, что мы уже знаем? Зеленое счастье, я его выполнил уже 3 дня назад примерно. Как-то так, за это дали нам дракончик, его нужно будет как-нибудь вывести. Так, акция химия у нас, я сейчас как раз ее и пробую делать. Лава плюс яд должны дать нам дракона школьный автобус. Ну, дракона дождевик, естественно, я не получил, потому я не получу дракона химический. Мне, в принципе, это не суть важно. Так, дальше у нас новая акция. Выйти как можно больше драконов. Да, участвуем. И вот тоже сегодня вот появилась акция. Это временные фрагменты. Дракон черлидер, короче. Ну, нужно смотреть рекламку, вращать, и 20 фрагментов можно насобирать. Ну, такое. С этим мы, в общем-то, в целом разобрались. Кстати, вот это у нас вторая или какая-то комбинация у меня. Чего? Вот, у меня получился дракон школьный автобус. Короче, аплодисменты, лайки под видео. Также, ребятки, давайте посмотрим, что у меня еще здесь есть. Ну, как вы понимаете, это у нас легендарный дракон Листопад. И Исида. Исиду мы сейчас, конечно же, с вами выведем. Так, ну, раз у нас появилось времечко, я могу... Контрабас у меня тоже есть, допустим, как вывести? Зелень плюс земля. Хорошо, не, давайте попробуем дроида повыводить. Как вывести? Пустота. Пустота, энергия, металл. То есть тут комбинашки только написано, да? Ладно. Ладно, тогда надо будет посмотреть, какая лучшая комбинация на дракона-дроида. Чтобы не выводить, не тратить зря время. Так, ну а мы сейчас высиживаем Исидушку. Д. Божественные. Очень, короче, гармонично вписывается буква Д в божественные. Буква Г. Гад. Почему Д? Не знаю. Нет свободных жилищ для нашего дракона. Ай-яй-яй, как нехорошо. Так, ух ты, жетон разведения. Немедленно начните выведение дракона штрих, перейти к разведению. Зелень, ветер, земля. Ну, опять же, то же самое. Неточная комбинация. Давайте, ладно, покажу контрабас. Кто еще его не видел, это лава плюс яд. Это то же самое, что я только что делал, чтобы вывести автобус. Ой, не автобус. Да, автобус, лава плюс яд. Странно. Очень-очень странно, но... Так, давайте теперь тут попробуем какое-то жилище, что ли, освободить. Божественное. Так, где у меня вообще божественное жилище? Вот так, вот тут. Так, кого куда-нибудь переместить бы? Неджа, Гипнос, ай, никуда же не переместишь, да? Какая печалька. Так, может, есть здесь кто-то не божественный? В божественном у меня. Ай-яй-яй. Ну вот, есть легендарная. Ну-ка, кыш, легендарная. Во, есть легендарное свободное место. Значит, теперь есть куда передвинуть Исидушку. Да, именно сюда. Вот такая вот у нас богиня. Это дочь кора, по-моему, да? Если я не ошибаюсь. Вот такая вот она. Веселая, это у нее что там? Не, муляж хотел. Эмуляция, муляж солнышко, что ли? Давайте ее будем кормить. Мы какое-то задание выполнили. Вот она подросла. Хвостик, какая-то фата. И она такая довольно резвая и активная. Ну, на 20-й хотя бы. Так. 20-й. Пока мало. По 6, по 8, по 12 тысяч. Вот. У нас Исидушка стала 20-м уровнем. Хватит порхать. Надо так. Скриншотик сделать, а то она не помещается. Ну, она какая-то, короче, заряженная. Явно что-то накурилась.
Хорошо. Что у нас еще идет, ребятки? У нас идет, ребятки, акция. Акция тоже началась сегодня. Это у нас кулинарные рецепты. Так, и вот это я сразу приступаю к этому рецепту. Кому что можно дать? У меня 2, у меня 7. Пока это мне не надо, пусть будет. Неважно, вы сами это приготовлю, либо приготовить это кто-то из клана. У нас общая копилочка, так что жадничать не надо. Если у вас есть, раздавайте. Отлично. Так, что у нас тут? Рейтинг. Мы на 4-м месте пока что, да. Ну вот этот первый клан, 275. Вот там ребята вообще жесть. Первое, второе место, конечно, урвались, но первое вообще... Первое вообще! И у них щепка стоит. А тут кутер, да, по-моему, на 2-м месте. Ну ладно, ребятки, давайте будем поднажимать, куховарить и так далее. С этим разобрались. Тогда пойдем-ка мы... Вот сюда, ребятки. Я уже прошел здесь практически все. А еще... Не, давайте еще глянем, может еще я что-то тут могу выполнить. Так, так, так. Старт. Кстати, хватит или не хватит? Сколько дадут за последнюю эту? Жетончиков наших. У нас шанс выиграть зомбика. И вот такая вот у меня комбинаха. Алло. Так, парализовали звездную пыль. Фу, не звездную пыль, а просто пыль. Отлично. Ладно. Хотя, наверное, лучше было бы тенью проатаковать. А, неважно. Делаем вот так вот. И вот так вот. И блокируем. Ну, шанс блокировать. Или убить. Тоже вариант. Чё ты там, Ослик Америка? Ослика напоминает такая борода. Так, а, ну нормалек, 150 навалили. Ладно, откроем давайте левый. Да, в прошлый раз мне соточка выпала. Блин, ну тут 10 кристалликов. Была соточка, ребята, так что заходите почаще вот сюда. Бывают очень, короче, прикольные призы. Так. О, еще здесь я что-то собрал. О, нашел. Чего там было написано? Это же был не осколок, а какая-то кусок карты. 160 штук. 20-й левел. Ведьма у меня 15-я. Ладно, давайте покормим. Сейчас на 20-й уровень это для нас вообще не деньги. Так что потихонечку тоже повышаем уровень драконов общий. Ну и пусть себе там мучаться. Исследуйте древний чертог. 2 раза. Отлично. Несущий смерть. Это что такое было? Я что-то выиграл. А, кстати, у меня есть крокодильчик. Ну, мы тогда его на следующую серию, может, оставим. Крокодильчик вывел. Я, видите, он находится у нас в жилище времени. Ну, я не так. Значит, поставил его просто так. Пусть стоит себе. Для красоты. А, так. Нужно тут расчищать. 15 миллионов, боже мой. Даже до сих пор эти цифры, расчистить этот остров, просто нереально долго. Нереально дорого. Я уж даже не знаю, что тут можно подумать, что вот с этими островами будет. Ну, даже нет. Сначала нужно купить нижний остров. 200 лямов. Ну, это очень много. Ну, надо еду перестать выводить. И, в принципе, ну, все равно собирать... Не одну неделю, скорее всего, на это все дело. Дорого еще. Реально дорого. Дорого. Максимальное количество 102 жилищ на моем уровне. На 101 102 жилища. А теперь давайте, а ну-ка, заглянем. Жилища. 102. А у меня лимит 105. То есть, ну, это вот то, что я говорил там.
нам добавляет вот это вот жилище. Вот это вот жилище времени нам добавляет еще тройку или сколько там сверхлимита. Такая вот получается ерунда. Так, давайте тогда код дружбы нужно вам замаячить. 5B0F59, ребята. Берсерк. Привет, Берсерк. Так, код дружбы записали. Отлично. И что, что, что? Давайте тогда на колдовскую заглянем. Не, не колдовскую. Не, не на колдовскую. Сначала на обычную арену. Я нахожусь вот здесь сейчас, в бриллиантовой лиге. Я, по-моему, как-то завтыкал, откатился на вторую. Сейчас перешел назад в первую. И сейчас перейду в опять в третью. И, ну, если не завтыкаю, попробуем продвинуться дальше. Ну, здесь противники легкие. Вот так, короче, в общем-то, без проблем. Второе место позволяет нам перейти в... Нет, они изменили, сволочи. Ну, по крайней мере, это в этой лиге правила другие. Раньше 140, нужно попасть в первых 140, чтобы перейти в следующую лигу. А здесь нужно в соточку попадать. Вот гады. А я на 102-м, прикиньте, одного не хватает. Ну ладно, это 3 дня, мы продвинемся без проблем в эту лигу. Давайте заглянем на колдовскую арену. Котлы, кстати, я сейчас покажу. У меня, видите, котел уже 4 уровня, он уже не голубенький, он уже такой вот зелененький, типа а-ля эпический. Или, может, даже божественный. Ну, что там, награды какие-то не шибко крутые. Это произошло потому, что я поставил ягодку. У меня вместо ягодки стояла рысь, и у меня был уровень средний, короче, ниже, чем надо. Теперь у меня средний уровень моих защитников 46. И поэтому... Поэтому, короче, мы здесь. Так, а вообще... Да, на каком уровне? Давайте покормим нашего... На 50-й. Ну, пусть будет 50-го левела. Так. Этот у нас 50-й, этот 50-й, этот 50-й. Ну, мне только осень осталась не 50-го. Так. Мы еще, конечно, были предложения назвать Исиду, но надо покопаться, ребята, в комментариях. Там было много предложений. И Анубиса назвать. Мы же Анубиса даже не назвали, блин. Вы там писали, но я сейчас уже не вспомню, давно это было. Тогда идем на колдовскую арену. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, ну... Ну как? Как с таким бороться? Это, вот... Хоть бери, да, защитников опять ставь, короче, ниже, потому что капец. Ну, ну смотрите... Меня подымают на 100 очков, как пить дать, а то и на 150 вверх. Это же, ну, невозможно сражаться тут. Тут уже слишком жирные противники попадаются. Ну вот, 43-й. Ну это жирный. Слишком как бы жирный такой для меня враг. Надо откатываться. Надо откатываться. Ну я в том плане, что я не могу здесь сражаться там своим тигром. 43-й, блин, ощутимо. Хотя с одного удара от факела 50-го все ложатся. О, давайте вот так возьмем. У меня очень много вот этих простых. Потому не страшно. А, еще один момент. Я как бы думал, сейчас возьму, как прокачаю много жилищ, ну, на выше 6 уровня за счет осколков колдовских. И я тут как бы остановился. Остановился, сейчас покажу почему. Ну, наверное, многие из вас уже догадались. А это все потому, что... Где ты? У нас 2000 очков. И чтобы прокачать любое жилище... выше 6 уровня нужно 500 очков вот этих вот колдовских, а это очень дорого. Мне колдовские очки очень нужны. Для чего? Конечно же, для
для того, чтобы сливать осколки божественные, ребята. Поэтому вот как-то так. Лига. Давайте идем сюда. Минус 16. Отлично. Давайте обновленного Анубиса протестим. Ой, какая тут изи-катка. Ну да, слабенькие, но тут, наверное, будет кто-то очень сильный. Но у меня есть молния редкая. Мы легко справимся. Да, что-то так легко как-то было. И выполнили даже мы какое-то задание. Ой-ой-ой, я не поставил задание, ё-моё, ребята, там же было задание. Вот это вот задание было. Я его не поставил или поставил? Наверное, не поставил. Блин. Собрать золото из жилища. Так, я ж там еще не все собрал, по-моему. Вот. Оч. Вот, у меня здесь много золота. Отлично, выполнили. Давайте на рудниках собрать. Это вообще изи. Вот так вот бывает, просто за раз можно выполнить, насобирать себе неимоверное количество всего. Это нам не надо. Вот это я забыл поставить, короче. Тут пропустили мы, конечно, пару турнирчиков. Пару 50-й. Ну, давайте попробуем. Ну, разница в 7 почти уровней. Нормально справляется. Не сильно потерял. Отлично. Ну, 2 из 3 я сделаю. То есть у меня еще есть осень. И потом еще чуть-чуть подождать. И смогу выполнить это условие. Так, ладно, ты какой-то жирный. Так, больше половины жизни потерял Архангел. Так, ну это легко будет. У нас есть энергетический удар против Ингвара. Рагнарёка, или как там еще его зовут. Ну, нормалек, легко справились. Три из пяти. И вот последний. Так, давайте немножко сбросим очков. Ну, так видите, крепкие противники, конечно, на таких кубках. 900 кубков, 800 кубков. Давайте будем еще сбрасывать. Капец какой-то. Это же капец. У 17. 17. Ну, кто тут будет, нам абсолютно не важно. Неужто... так. Но это как-то слишком жестко. Не хочу сюда лезть. Давайте мы... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Надо было сразу это сделать. Принести в жертву дракона Ра. Пятьдесят седьмой был уровень, ё-моё. Так, блин, мы тут без одного идем. Ну ладно, давайте попробуем. Ну, надеюсь, что там один такой крепкий. Да, не совсем один. Уголек. Ух, ух.
Так, два дракона на одного такого вот мутанта. Феечка. Я очень хотел вывести феечку раньше. Миллион комбинаций сделал, мне все это... И не получилось. А, ну, нормалек, справились. Четыре из пяти, ребяточки. В общем-то, тогда за кадрами я посбрасываю кубки. Возможно, мне получится сразиться тигром и победить, в смысле. И выполню как раз тогда условия и получу боевой сундук. Так, ну этим я займусь тогда уже за кадром, ребятки. А на этом все. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.